Пока я записывала видео, мой мальчик сделал еще один кекс. Это вот вчерашний у нас остался. Он теперь у нас штампует кексы, Денис. Не кексы, а пирог. Пирог, да, яблочный. Но в нем он настолько тоненько режет яблоко, что оно в нем растворяется. Да. Его почти что там не видно, но очень вкусно, вкус чувствуется. Я бы, конечно, еще для красоты посыпала тут сахарной пудрой, У вас есть но так как здесь очень много сахара в нем, 250. да, а это много, то лучше этого не делать. Смотрите, какой. И, кстати, получилась разница, видите, это сегодняшний вот такой цвет, а вот это вчерашний. Это был красный сахар, поэтому он чуть-чуть потемнее. А вот этот белый. Прогулка в весеннем, не лесу, а на поле. Свет Натали. Со святым Валентином. Мамочка купила Денисочке такую коробочку, и в ней такие еще коробочки. Специально это для часов, наборчик такой. Что у Дениса много часов, и он еще хочет больше часов. Он сюда их будет складывать. Спасибо, скажи. Угу. Что такой надутый? Че? Мы сейчас ехали, видели, около помойки стул стоял с дыркой. Ты маленькая совсем дырка, ее незаметно. Денис, если его выкинули, он, наверное, механизм не крутится. А это точно. Надо туда поехать и проверить. Ну. Смотрите, он уже туда упаковал свои часы. Вот такие вот есть детские часики, вот такие, вот такие, вот такие, вот такие. И еще место есть. Тут это все закрыто у него Ключ? на ключ. Не, не, Смотрите, не закрыто. какая вот эта вот коробочка. А чтобы открыть, вот так и вот так вот. О-о-о. Тут на ключ можно, а можно и без. Вот пусть они у тебя все в порядке всегда лежат, а не валяются по дому. Таким образом ты их сразу будешь видеть. Мои любимые. Так. Так. Ну, вот эти твои тоже любименькие, Лего. Да. Это самые дорогие. Да? Нет, самые дорогие вот эти. Вот эти 32, 4, 40, 12. Нет. Понятно. Стой, стой, я снова. У Дениса куртка жандарма. Я снова, смотри, смотри, смотри. 32, 4, 30, 12, 40 и я не знаю, потому что это не мои. Очки. Сашкины? Ага. Приехали, грузят дрова, грузят. Молодцы, грузят. Так, ну все, увез. Слава богу, он оставил кучу коры. Надо мне ее куда-нибудь девать в компост какой-нибудь. Кстати, они настолько легкие, эти дрова, что он закидал их минут за 10, наверное, обратно. Смотрите, какой я вчера цветок спасла на кассе. Он стоял весь засохший. И вот, пожалуйста, отошел. Красота. А вот эти какие были засохшие, это просто ужас. Они все были вот такие вот, вот листья. Вот это все, я все обобрала, полила, и они прям моментально все восстали. О! Представляете, сколько спасла цветов? А это вот в прошлый раз то, что я спасла. Смотрите, как они благоухают. Прелесть. Волшебные ручки. И смотрите сюда. Февраль. Наконец-то получил! Осторожно так ты держишь ножницы, дружочек, пирожочек. Положи ножницы, закрой. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Покемоны, карточки, куча. Осторожно. 360. Положи ножницы, пожалуйста. Закрыть. Ты их положи, закрой. 360 карт покемонов. 36 покемонов. Альбом. Ну, да. Куда ты так расшвыриваешь день? О, сколько пакетиков.
будет сегодня с своим другом открывать их, да? А, ну да, сейчас. Сыночек, положи обратно их, хочу... у тебя уроки сейчас. Ну, я вообще где я чужая. А, не-не-не, сына. Не, я чужая. Из серии «Что едят блогеры на обед». Итак, Денис у нас любит салатик, вот свеженький такой, заправленный оливковым маслом, винегрой, как она называется, уксусом бальзамическим, там мед еще, вот такой вот все, соль там. Пельмешки у нас обычные, купленные, да, французские, не знаю, не пробовали мы еще эти. Я их посыпала, тоже положила сметанку сюда, посыпала их куркумой и сладким перцем сухим. И? Денис, если захочет, я ему тоже посыплю. И? А у меня, смотрите, это руккола, тоже заправленная тем же самым соусом. Вот так мы обедаем. Приятного аппетита. Да, и Денис, конечно, со своими покемонами теперь не расстается, со своими карточками. Поедет сегодня к другу, и там они будут играть в них. Здесь 15 пакетиков по 10 карт, то есть 150. Да. Смотрите, как у меня лошади тут пасутся, понимаешь? Прикол. У нас мерзопакостная погода с ветрами и дождями периодическими. Так, сегодня на вечер у нас пицца снова. Мы решили изменить на этот раз ингредиенты. Ну, смотрите, из чего состоит эта пицца. В общем, тесто, сделанное Денисом на оливковом масле, как он всегда делает. Очень вкусное тесто. Далее у нас идут сухие помидоры. Они заменяют слой томатной пасты, как так скажем. Потом я положила хамон, прожаренный до корочки. Дальше у нас лук розовый. Что еще? Моцарелла. И сыр маздам. А, еще сладкий перец. Вот такая сегодня композиция. Спасибо. Ну, ты сладкий. А ты не можешь сказать ему «дай лапу», например? Эвер, дай лапу. Хорошкин. Эвер, дай лапу. Оси-ви-оси. Ну, зачем вы его запутали? Так Максим ему голову запутал. Он главный голову сядет, потом такой встает и так идет и синя. Иди сюда. Ну не надо, а то вдруг он вас играет. И кися на нашего папа. Все, это ты поборол? Это ты поборол, да? А что делать-то надо? Я не знаю, бегаю вокруг.